Крупнейшую нарколабораторию нашли в Илеалатауском национальном парке. Об этом заявил официальный представитель Комитета нацбезопасности Аркен Абдугали. 27 июля сотрудники КНБ задержали двух казахстанцев, организовавших в Алматы производство синтетических наркотиков в лабораторных условиях. В ходе обыска было изъято около 55 килограмм так называемого мефедрона. У задержанных при себе было огнестрельное оружие и крупная сумма денег в иностранной валюте. По оценкам экспертов, стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке составляет порядка 1,5 миллиардов тенге. Задержанные водворены в следственный изолятор. По данному факту заведено уголовное дело по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Установлено, что производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями сбывались представителям крупных магазинов, действующих в теневом сегменте сети интернет-даркнет. Плату за товар получали преимущественно в биткоинах.